Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. В этом ролике я вам покажу, как создавать транспортную компанию, что для этого нужно и самое главное, как зарабатывать деньги. Что нужно делать, чтобы зарабатывать большие деньги в транспортной компании. То есть расскажу секрет успеха, как забирать топы, как копить награды там и так далее, сколько я денег трачу, получается, на премии. То есть благодаря этому видео, возможно, у вас получится создать транспортную компанию и зарабатывать очень хороший кэш. Подобного видео, я думаю, вы не видели никогда, то есть никто об этом не записывал, не показывал, не рассказывал, поэтому я максимально надеюсь на вашу поддержку, на ваши лайки, ну и пишите, конечно же, комментарии. Кто не знает, я уже держу компанию почти 4 месяца, обменял уже много наград, заработал много денег, но об этом я расскажу в другом ролике. А сегодня именно покажу, как создавать транспортную компанию и что нужно для того, чтобы забирать награды. Я вам могу пожелать только, конечно же, приятного просмотра, приятного аппетита, если вы кушаете. Все полезные ссылочки будут в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Я вам советую смотреть видео от начала до конца, чтобы не пропустить какую-то важную информацию, потому что видос реально необычный и очень полезный. Ну и, конечно же, не забывайте вводить мой промокод, вводите промокод Полканов на любом сервачке, качайте уровень и получаете 450 тысяч. Ну что ж, я думаю, начнем с самого начала, самого интересного, это создание транспортной компании. Что для этого нужно? Во-первых, у вас должен быть 35 скилл дальнобойщика, во-вторых, у вас должно быть 30 миллионов рублей. После того, как вы это все приобрели, у вас есть бабки, у вас есть скилл, вы приезжаете в Батырево и идете в администрацию области. И здесь вот сразу вы заходите, идете прямо, и здесь будет вот этот чекпоинт. И здесь есть такая строка, как создание транспортной компании. Вы берете, нажимаете, здесь вы можете посмотреть информацию. А, кстати, да, я ошибся немножко, нужен 30 скилл дальнобойщика, не 35. Вам нужен 30 скилл, 30 миллионов и лицензия на владение бизнеса. Потом вы берете, нажимаете да, и здесь вы можете купить себе транспортную компанию. Их всего там, по-моему, 12 штук, как бы множество у нас их куплено, но пацаны, на каждом серваке по-разному. Вы берете, листаете и ищете свободную транспортную компанию. То есть старайтесь покупать компанию в том месте, где много точек, чтобы люди могли сразу выехать, поехать и взять рейс. Если вы купите в ебенях, конечно же, но это будет как бы неудобно, ну и не особо людям это будет нравиться. После того, как вы нашли, получается, вот транспортную компанию, нажимаете покупать. Я ее купить не могу, потому что у меня уже есть транспортная компания, ну а вы, в принципе, это сделать сможете. Ну вот и все, вы создали транспортную компанию, не знаю, где вам получилось все купить, но, как я и сказал, лучше всего покупайте в местах, где есть рядом много точек, где можно брать рейсы, это в будущем вам очень сильно поможет. Лучше всего покупать компанию либо в Арзамасе, либо в Батырево. То есть там в Южном, в Лыткарино и в остальных местах это максимально невыгодно. Но если уже нету выбора, то, конечно, берите. Как бы, ну, это не сильно влияет, конечно. Но лучше, конечно, найти хорошее такое местечко, как, допустим, вот у меня. У меня вот транспортная компания находится возле базы дальнобойщиков. Это прям самое лучшее место, которое только можно было придумать. Потому что, как бы, и людей можно спокойно приходить там принимать. Как бы, и рядом все находится, то есть я считаю, именно вот это место самое имбовое, самое лучшее. Если вам удалось здесь купить компанию, то вам очень крупно повезло. Мой вам совет, это сразу же просто брать и покупать Magnum, потому что самая имбовая машина компании это Magnum. Да, можно купить газон, но газон едет на 10 километров медленнее, чем Magnum ТКшный, поэтому я вам не советую их покупать. Личный газон, конечно, имбовый, но в компании газон это полный кал. Вот, допустим, у меня в компании находится 6 Magnum'ов, то есть я Volvo все продал, купил Magnum'ы. Я считаю, то, что, ну, 5 штук реально с головой хватит.
после того, как вы купили компанию, вы продаете все Volvo, которые здесь будут, их будет 5 штук, и вместо них покупаете магнумы. Желательно покупайте 5 магнумов, то есть 5 магнумов, я думаю, вам пока что с головы хватит. Да, у меня их 6, они редко забитые, поэтому я считаю, то, что 5 магнумов хватит с головой, и чтобы купить 5 магнумов, вам придется потратить 75 миллионов. После того, как вы создали компанию, вы должны начать принимать людей. Но к вам как бы особо идти никто не будет, потому что вы там новая компания, там туды-сюдым. Вы покупаете вот эти фуры именно для рыжиков, либо для игроков, у которых нету денег, чтобы купить себе личный тягач, но у них нормальный скилл. Такие люди будут у вас работать как бы на этих магнумов. Но в любом случае акцент нужно делать на личке, потому что лички, они быстрее работают, и они больше шарят там, куда поехать, где быстрее доехать, там туда-сюда. Ну, я думаю, понимать. Если у вас чисто будут кататься магнумы токашные, то, пацаны, у вас ничего не получится. Вы не будете зарабатывать, и у вас не будет получаться забирать топы. Вам, конечно же, нужно принимать личек. Но как их заинтересовать? Вам нужны премии. Вот, допустим, у меня их 3 премии в компании, потому что обычно личка, он не пойдет в компанию, в которой нет премий, потому что ему нет смысла там работать, он как бы может на себя катать и зарабатывать те же самые деньги. Это раньше как бы люди были, знаете, более такие простые, все работали как бы из каких-либо премий, просто катали в свое удовольствие, но сейчас такое время, то что без премий никто у тебя работать не будет. Я не беру еще там друзей, знакомых, но для того, чтобы вам реально забирать топы, чтобы у людей была мотивация хорошо работать, нужно добавлять премии. Я лично сделал X3 премии, и у меня на премии уходит в месяц, ну, где-то 50-60 миллионов рублей. Конечно, всегда получается по-разному, то есть бывает меньше расходы, бывает больше. То есть это такая тема, знаете, нестабильная. Бывает просто нету конкуренции, поэтому я особо как бы не вкладываю бабки. То есть да, премии есть, но дополнительные деньги не доплачиваю. Просто бывают моменты, когда мы начинаем просрать топ, и чтобы замотивировать людей, ты там говоришь, допустим, вот 100 тысяч за топ, как бы, если забираем топ каждому по сотке, кто работал. И, конечно, у людей, как бы, загораются глаза, они идут катать, и мы забираем топ. Это вот такие вот лишние расходы у меня, в принципе, бывают. Бля, я не знаю, я сейчас все свои секреты расскажу, и потом, ебать, не буду зарабатывать, пацаны. Но, блядь, все ради контента, поэтому надо лайк поставить и подписаться на канал, потому что я сейчас вам расскажу все свои секреты, ебать, заработка, ебаный в рот. То есть за месяц примерно можно накопить там, ну, 150 наград, я думаю, можно. И вы должны понимать то, что каждую награду вы забирать не будете, пацаны. Это нереально просто. Всего в сутки получается 8 наград. И вы не сможете забирать все награды. То есть даже я вот занимаюсь компанией, ну, я стабильно в день забираю где-то 5 наград. Бывает, и все награды забираем. Пацаны, именно по КД, знаете, там, типа, постоянно забирать все 8 топов каждый день, ну, это нереально. Теперь давайте поговорим о том, сколько я вообще зарабатываю с обмена. Всегда, конечно, это по-разному, но вот, допустим, сейчас я хочу накопить 150 наград. И за 150 наград я заработаю 103 миллиона. Но из этих 103 миллиона мы вычитываем деньги, которые я потратил на премии. На данный момент на премии я потратил, ну, где-то 40 миллионов рублей. И у нас уже практически там, по-моему, 100 наград. То есть, да, раньше заработок был намного проще, потому что раньше, чтобы вывести 100 тысяч стыка, нужно было потратить 3 награды. Сейчас, чтобы это сделать, нужно потратить 5 наград. В любом случае, это выгодно, вы зарабатываете деньги. То есть, компания — это самый такой, мне кажется, прибыльный бизнес, но нестабильный, пацаны, нестабильный. Но я думаю, один из самых прибыльных, потому что, ну, реально, можно зарабатывать неплохие деньги. Я уже с компанией заработал, ну, реально, приличную сумму. Я сниму обязательно видео, в котором покажу, сколько мы обменяли наград, сколько я заработал именно на компанию и сколько я заработал с наград. Это еще не все, что вам нужно для того, чтобы зарабатывать. Во-первых, вам нужна беседа, в которой вы будете добавлять личек, чтобы они вам скидывали скриншоты на оплату, как, в принципе, выглядит это у меня. У вас это все выглядит на экране, у меня, получается, есть беседа, в которой есть текст, в котором все расписано, за что, премии, когда и что нужно делать. То есть у вас должна быть эта специальная беседа, в которой вы будете принимать людей и с ними держать связь, они вам будут скидывать на оплату, вы будете проверять и выплачивать им деньги.
Ну и, конечно же, вам нужны хорошие заместители в компании, которые будут вам помогать, которые будут заниматься компанией, когда вас нету. У меня есть такие люди, это получается Маша, которая уже давно стоит на замке, и Ваня, который уже стоит где-то 2 недели. То есть этим людям в конце, когда будет где-то Биноград, я накину по 5 миллионов рублей. То есть это, я считаю, даже неплохо. То есть, как бы, в любом случае, да, это мои друзья, это мои там знакомые, туда-сюда, но в любом случае людям нужно платить за их труд, за их время. Своим заместителям нужно платить деньги, как бы хорошо к ним относиться, будут помогать брать топы там и так далее. Ну и, конечно же, вам самому тоже нужно работать, то есть, если не работает лидер компании, то особо ничего получаться не будет. То есть, вы должны сами работать, мотивировать людей, показывать то, что вот вы тоже работаете вместе с ними. Не нужно всю работу перебрасывать на заместителей. Да, возможно, вы можете там бабки им платить, но в любом случае лучше, если у вас есть возможность, катайте тоже сами. Ну и теперь давайте посчитаем. Первое, вам нужно купить транспортную компанию, это 30 миллионов, купить 5 мамов, это 75 миллионов, итого это уже 105 миллионов. Ну и примерно 50 миллионов на премии. То есть, чтобы создать компанию и хорошо ей заниматься, вам нужно 155 миллионов рублей. Ну и, конечно же, не забывайте за свободное время, потому что компания не тот бизнес, который ты купил, заводит продукты и забыл. Поэтому думайте сами, надо оно вам или нет. Конечно, заработок очень даже хороший. Если нету конкуренции, пацаны, это вообще имба просто. Это прям, ну, можно реально лопаты просто бабки на фуре возить, понимаете? На нашем втором сервачке, в принципе, обстановочка такая накаленная. У нас 8 компаний, но пока что мы не сдаем, как бы, позиции, мы забираем топы, мы копим награды, поэтому у нас, в принципе, все хорошо. Ну, в принципе, вроде бы я вам все рассказал, возможно, что-то упустил, сами понимаете, все в голове удержать невозможно, поэтому, если я что-то неправильно сказал, либо что-то забыл сказать, то напишите об этом в комментариях. Ну, вроде бы, как я вам, в принципе, все рассказал, как я это делаю, но реально заработок очень хороший. Но, как я говорил, сначала нужно вложиться неплохо, нужно время, и тогда, в принципе, будете неплохо зарабатывать. Все полезные ссылочки есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите, начинайте играть вместе со мной, приходите на второй сервачок, я вас могу принять в семью, в компанию. Немножко, так сказать, я раскрыл свои карты, как бы, как я занимаюсь компанией, что я делаю, кто мне помогает там и так далее. Берите, пользуйтесь, как бы, этой информацией, и, возможно, у вас, в принципе, все получится и будет реально успех. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.